21 августа представители АО «Единого оператора Республики Дагестан» филиала Каспийского водоканала совместно с представителями администрации муниципалитета, Главного управления «Единого оператора» в сфере водоснабжения и водоотведения Республики Дагестан и сотрудниками МВД провели очередное рейдовое мероприятие. На этот раз целью выезда стало отключение от водоснабжения 13 безучетных коммерческих объектов – торговый дом «Милан», аптека «Шах», гипермаркет «Дверей» и многие другие. Как сообщили в организации, несколько недель назад рабочая группа проводила рейд, где выявляла безучетные объекты. Их владельцам было поручено заключить соответствующий договор. При неисполнении обязательств сотрудники водоканала вынуждены отключать данные коммерческие точки от подачи воды. Напомним, что подобные рейды проводятся в Каспийске еженедельно.